Всем привет! Вы на канале Калит Алекс. И прежде чем мы начнем, хотим пригласить вас в нашу группу в Вайбере. В ней вы сможете найти качественные сельхоззапчасти с реальной гарантией от производителя. Итак, переходим к нашей сегодняшней теме. Представляем вашему вниманию качественные немецкие ножи для измельчителя соломы. Размеры данного изделия таковы. Диаметр этого отверстия равен 18. Длина ножа 173, а ширина 50. Следует немного сказать о производителе. AGV Parts уже долгие годы радует нас своим непоколебимым качеством и универсальностью. Следует отметить, что при должной эксплуатации эти ножики прослужат вам довольно долго. Специальная немецкая сталь класса А легко справится с большими объемами работы. При заказе у нас этих ножей вы получите консультацию по установке и эксплуатации данных изделий. К тому же все наши запчасти проходят обязательную техническую проверку перед отправкой клиенту. Измельчение соломы – наиболее простой способ подготовки ее к скармливанию. При скармливании грубо нерезанной соломы потери ее составляют 20, а то и 30%, а измельченная солома поедается почти полностью. Помимо корма, измельченная солома применяется также в других важных сферах сельхозхозяйства. Поэтому рекомендую вам заранее подготовиться ко всем сельхозхозяйственным работам. Помимо ножей, можем также вам предложить большой ассортимент сельхозхозяйственных запчастей. Ремкомплекты и детали на сельхозхозяйственную технику. Трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-16, Т-25, Т-40, Т-150, комбайнов СК-5 Нива и Дон 1500. Ну и конечно же, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много интересного. Вы смотрели канал Калита Алекс. До новых встреч! We'll be right back.